Всем привет, дорогие друзья, с вами 1.24, и у Мултана вышла новая серия «Титановая кольчуга для Рапте». Смотрим! Прошлой серии. Я выношу тебе смертный приговор. Да, уж, да уж. Серьезно было тогда. Макс, до свидания. КВ-44. Сейчас. Отлично держитесь, парни. Осталось немного потерпеть, и будете как новенькие. Брат, есть не очень хорошая новость из передовой. Сейчас не самое время для плохих новостей. Наша ситуация и так хуже некуда. Докладывай. Что? Позиции, на которые прибыл КВ-44М, были отрезаны от сил снабжения. Вскоре началась жуткая бойня. Кто об этом доложил? Кому-то удалось вырваться из окружения? По приказу 44М все покинули позиции, а он принял удар на себя. Отлично, что вышли основные силы. А за КВ-44М, думаю, не стоит волноваться. Он тот еще крепкий орешек. Ага, крепкий. Против Фердинанда. Все-таки повод для волнения есть. Один из бойцов доложил, что враг со слов КВ-44М был похож на Фердинанда. И каким же образом такая громадина, как Фердинанд, смогла зайти к нам в тыл? Да просто перекрасились. Он был в нашем окрасе. Все блокпосты думали, что это опытный образец, и даже умудрялись его дозаправлять. Это фиаско, братан. Отсылка. Отлично, товарищи, мы это сделали. Наконец-то мы дома. Всем спасибо за проделанную работу. Что за... Ратте, Сириус, почему вы не на передовой? Мы вынуждены были вернуться. Кое-что стряслось. Вы даете плохой пример солдатам. Да. У нас и так сейчас много дезертиров. Какой? Докладывайте, что там у вас. Плохой пример? Армия приспешников Левиафана отбила у нас железнодорожный склад. Мы вовремя вмешались и сохранили ресурсы. Отлично сработано, товарищ. Вот, а ты ругать начал. На складах. Дюжина десятков тонн титана и каленой стали. Превосходно. Время хоть и тяжелое, но вы смогли о себе позаботиться. Незамедлительно приступаем к прокачке. О, сейчас рад был. Наконец-то мы это сделали. Получилось неплохо. Выглядит устрашающе. Да, мне тоже по душе. О. Теперь враг будет знать, что в прошлом я тоже берсерк, но который выбрал правильную сторону в этой войне. Вот именно. Мое бронирование стало мощнее в несколько раз. И да, в корме мортира 380 мм. Уже не терпится размолотить пару-тройку вражеских башен. Вообще, лучше говорить пару десятков. А не, лучше сотен. А не, вообще лучше 1000. Ну, ну, прокачка Ратте — это священно. Ничего сказать не могу. Просто жду продолжения.